Это я снова с вами, Лёха54К, или как называется канал, Алих. И мы сегодня будем играть в танк под названием Танк Легион 3D. Это новая игрушка, она вышла год назад, конечно. Еще только развивается. Ну, тут, вот, смотрите, я тут на заставку поставил 34-85. Тут нужно прокачивать танки, но они прокачиваются вот как. Нужно открыть левел. Когда ты откроешь левел, тогда тебе и дадится этот танк к тебе в магазин. Вот так. Есть вот эта вот штуковина. У меня я ее не покупал, потому что мне самокотки их не нравятся. Вот эти тоже. Посмотрим. Я сейчас посмотрю быстренько. 4, М6. Да. Так, Т-20. Я смотрю. Это. Вот. Ну, суперконь. Ладно, вот так вот. У меня уже есть 2 танка из 2 наций. Панцеркантваген 3 или Т3. И... ну, или ПЗ. И Т-28 советский. ХЦ. И как вы заметили, тут другие страны. Тут есть Союз, Федерация, Германия и Альянс. Америка. Союз — это Россия или Советский Союз, или СССР. Федерация — это как это не Советский Союз, это Германия и еще. Германия и еще страны. Е100. Оп. О как. Ага, да. Вот так вот замаскировали, если. Бам! И все. Леопард 1. Вот так вот он выглядел в 65-м году, вроде как. Нет, он выглядел вот так вот в 65-м. А потом его модификация вот эта. 70. Эта вот штуковина мне вот почему-то она кому-то нравится. Еще у меня, как вы знаете, в World of Tanks есть этот танк ВК-2801. Да, его так примерно, его так и зовут, этот танк. И так он и называется. Они тут иногда стреляют, вот. У меня вот этот танк есть. И еще, вы как видите, есть вот такое. И еще сейчас я продам пару танков. Я тут еще не все знаю. Огонь. Мне япошка не нужна. Не нужна. Мне Матильда не нужна. Зачем Матильда? А вот остальные я оставлю. Вот жалко вот это вот нельзя продать. У него изменить даже. Вот, что с ним можно сделать. Это что? Ну, просто не понимаю. Так, события. События, активность. Так, получить пятерочку. Мне главное. Вот. Команда.
склад, команда. Так, вот. Все. Ну, в принципе, можно и начинать. Так, миссию. Я миссии забыл. Сейчас пойдем в рейтинговый бой. Ну, со суббота, среда, четверг, понедельник, вторник. О как! О как придумали. Ладно, тяните. Бой. Ну и тут есть кнопка объединиться, если вы ее видите. Она есть такая кнопка, и ее можно вообще тимка нажать и подождать немного. И потом, может быть, кто-нибудь присоединится и вместе с ними пойти уже в бой. Вот так. Если что, кристаллы можно взять за рекламу или еще что. У меня пока за 33 секунды набирается, а у вас может и даже набраться и быстрее. Ну все. У нас есть М6, Т6, Т28, еще один и Су-76. ДВ-2 даже есть. Ну так мы вообще всех разорвем. Поехали! Перезагрузил. Готов к стрельбе. Так, ну тут тоже разговаривают. Если сказать атака, они скажут понял и будут атаковать. Так, нужно вот тут в рейтинговом бою можно захватывать. Отличный выстрел. Вращение башни невозможно. Уничтожены механизмы. Орудие частично восстановлено. Можно ехать. Ударили! Отличный выстрел! Ты меня убил. Они без меня. Какие проблемы вот это убить? Я выхожу. Мы только уничтожили этот бой. Да, жалко бой уничтожить, чтобы мне уничтожили бой. Так, уничтожить 10 битв. Я возьму вот события. Так, хранение. Да, хранение, а тут у тебя все хранится. Понятно?
Ну все, ПЗ стал более лучшим. Рентиговый бой. И начать. Тут почему-то вторые с первым рангом воюют. А вторые не самые лучшие. Почему вот Хетцер самая бабаха на...